стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии. Солнце, значит, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все.